5 видов спорта, продлевающих жизнь. Теннис. По мнению ученых Копенгагенского института сердца, которые проводили данное исследование, занятия теннисом способны продлить жизнь человека на 9 лет и 7 месяцев. Большой теннис очень полезен для здоровья, так как при низкой вероятности получения физических травм имеется почти гарантированный шанс перейти на совершенно новый уровень здоровья вашего тела. Этот вид спорта не только популярен и у студентов, и президентов, но и очень полезен для физического и психологического здоровья. Во время занятий большим теннисом задействованы практически все группы мышц. Это позволяет формировать красивую, гармонично развитую фигуру. Это был топ-10 видов спорта, которые значительно продлевают жизнь. Если ты считаешь, что есть виды спорта, которые лучше воздействуют на продолжение жизни человека, то обязательно напиши об этом в комментарии.